Vad hack den alla var. Fest hit. Всем привет! Сегодня научимся делать фул-твист. Фул-твист. Множество есть техник разных, как научиться фул-твист через битвист, через твист. Будем учиться через твист. Да. Окей, перейдем к первому подводящему, такой типа переход. Ты должен как-то. Как вы, наверное, все догадываетесь, нужно уметь твист. Когда мы делаем full twist, у нас руки находятся где-то здесь, либо здесь. Поэтому сейчас делаем первое подводящее. Твист и руки прижимаем сюда. После делаем твист, прижимаем руки к груди на 90 градусов. Жух. Да. Хорошо. Следующее. То же самое. Крутим градус. Вылетаем. Прижимаем. И на 180 вращаемся. Приземляем. Есть. Каждое упражнение делаем 10 из 10. То есть 10 попыток чисто на ноги. По факту сейчас какая задача? Можете сделать это с группировкой, можете руки здесь держать, можете прижать. Но задача такая, вылететь на твист и максимально пораньше закрутить. И получится у вас фул. Да. Пробуйте разные виды маха, как вам будет удобно, так и делайте. В принципе, разницы никакой в этом нет. Так, первый вариант маха. Руки за спину. Через заднее, поворачиваемся и вперед. Твист. Второй вариант маха. Руки за спину. Руки уже не через голову, а через плечо. И твист. И третий вариант. Руки идут в бок. В бок. Твист. На этом все. Надеюсь, у вас получится сделать фул твист. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комменты и крутите фул твист на изях. Всем до свидос.